В этом году цена первого контракта в полтора раза больше, чем в прошлом – 44 миллиона 188 тысяч рублей. На эти деньги подрядчики должны произвести ремонт автомобильных дорог на 12 улицах. Самые весомые работы будут выполнены на улицах Ломоносова, Молодвинская, Виноградова, Лиминском шоссе, Энгельса в поселке Вычегодский. Общая площадь ремонта автомобильных дорог составляет чуть более 33 тысяч квадратных метров. Подрядчик приступит к выполнению работ после запуска асфальтобетонного завода, то есть 1 мая. В шорт-лист тротуаров, где будет произведен в этом году капитальный ремонт, попали 11 объектов. Это тротуары на Лиминском шоссе, улицах Маяковского, Милентьева, Карла Маркса, Невского, Виноградова, в переулках Кооперативной и Чкалова. В списке дворовых территорий 13 адресов, в том числе Гагарина 35, Багратиона 69, Невского 13, 15 и 16А, Виноградова 40, Кедрова 3А и 16А, Ленина 12, Энгельса 75, Спортивная 38, а также два заезда по 28-й Невельской дивизии и дворы от 7-го до 13-го дома по улице Южной.